Добрые боги послали мне... О! Сыграем еще... Ай, давай! Разлог? Добрые боги послали мне победу. Что ж, загляни еще как-нибудь на партийку. Пошла. Придержи.
Истощенную и раненую Цири нашли на болотах крестьяне. Они отвели ее к барону, самозванному владыке Велена. Барон позаботился о девушке, и когда та набрала сил, снарядил ее в Новиград. Что, все вынюхиваете? Встречал я ваших хозяек. Ведьмы они, а не хозяйки. Зачем же вы так? Судя по их виду, это чудовище в людской одежде. Вы, сударь, должно быть, фисштахом объелись. Я, сказать по правде, всех хозяек не видал. Только шептуху. Но она-то красавица. Одни зовут их ведьмами, а ты говоришь, хозяйки леса. Те, кто их ведьмами зовет, бездушные дураки. Хозяйки леса много веков наш край хранят. Каким образом? Так злые силы отгоняют. Говорят, 100 весен тому назад они защитили Велен от нашествия волколаков, которые нам скот резали. Будь здоров. Что? Еще один? Вон из нашей деревни! Довольно уже ведьмаки здесь вреда наделали! Слышал? Убирайся отсюда, мутант гребаный! Что тебе такого сделали, ведьмаки? Что сделали, что сделали? Пришел один такой, 2 дня жрал у нас, размышлял, значит, а потом и говорит, что милостиво согласится чудовище убить. Спрашиваю его, во сколько это нам обойдется? А он, что, дескать, не хочет денег, потому как видит, что беда кругом. И чего же он хотел, если не денег? Сказал, что в награду достаточно ему того, что у меня есть, но о чем я сам еще не знаю. И ушел. Только он за порог, моя девка врев. Спрашиваю, чего плачет, она говорит, мол, не сдержусь, прибью сукина сына. Так, и что? Скулит глупое, что бедного ведьмака чудовище уконтропупит. И из-за него, спрашиваю, такой рев? Ну, тут она мне и сказала, что он ее дурным глазом зачаровал и соблазнил. И вот она, значит, его награда. Ведьмачий ублюдок.
Если это был настоящий ведьмак, беспокоиться не о чем. У нас не может быть детей. И слава богам, то-то бы вас расплодилось. Но того, что мне дочку коварно отымел под моим же кровом, не прощу. Говори, где он, я этим займусь. Так на кладбище чудище убивает. А чтоб ему трупоед кишки выпустил, ёбарю поганому. Разбойник на разбойнике, грабители, сучьи дети. Бывай. Жратва. Не мота. Не мота. А что с рук его под березкой закопали? Чего? Предлагаю сыграть в гвинт. Предлагаю.
Чего? Предлагаю.
кнутом проучат, не будешь такой заносчивый. Я детишек вчера по грибы послала. В лес! Одних! У нас, понимаешь, больно много ртов кормить надо. Что ж ты за... Надежное оружие... Покажи свои изделия. Давай лучше сыграем в карты, мне больше ничего и не нужно. Давай лучше сыграем в... Thank you.
Надя! Давай лучше сыг... В него льдом были изукрашены. Окно после запуска. Лазишь. Как вырасту, стану мальчиком. Чего? Покажи свой топ. Бывай. Thank you.
Слышала я, что от баронских людей можно немного харчей получить. Получить? Как так? Не знаю. А в те шахты он набрал пап из кухни. Люди! Кто решится помериться силами с кузнецом? Победитель! А что там в мире слышно? Говно, а не барон. Припёрся сюда, разбойник, а с ним весь этот сброд. Ты смотри, что говоришь, дед. А что мне сделают? Говорю вам, черные его в скорость прогонят. Я бы что-нибудь выпил. Что у вас там есть? Прощай. Кровавый барон о вас знает? Домой учтем, мы как пьяен. Мы оживем. Самогону желаете? Покажи мне свои товары. Предлагаю перекинуться в карты. В Гвинт.
Башка-то как. Самогон. Как пионер! Еще пожалею людей от этих головорез. Что ты прешь? Чем могу служить?
Как насчет пар? Живой души призраки не оставили. Чем могу помочь? Не желаешь сыграть?
вас в руках такое ремесло, что... Хочешь посмотреть? Покажи. Я бы не отказался от... Мастер-ведьмак, недалеко от Подлесья, в гротах эльфского погоста, тьма тьмущая, чудища. Живой души призраки не оставили. И не говорите лучше ничего.